Гора Сампа. Вход 250 рублей. 80 ступенек, чтобы подняться, там покачаться на качельке. И при входе дают вот такие вот ленточки разных цветов. И там можно загадать желание и повесить ленточку. Ой, я даже уже знаю, какое желание я загадаю. 80 ступенек. Я поднялась, я просто совершила подвиг с учетом моих коленей. Смотрите, какая красота. Гора Сампа. Красота неописуемая. Я сейчас буду закатывать желание и завязывать эту ленточку. Вот там. Там все завязывают ленточки. Видите? А, там денежку кладут какую-то. Вон. Мы оставляем денежку. Ну, в общем, в принципе, я так поняла, что можно из воздуха делать деньги. Тоже неплохо. Идем теперь туда. Так, качели. Можно покачаться. Какой-то чан. И там опять денежку положили. Вот. Ну что, времени у нас до 14:30, и потом в автобус. И меня сейчас похвалили, сказали, какая я молодец, что одна путешествую. Представляете? И это ли не прекрасно? Такие вот камешки друг на дружку. Забавно. Вот так вот построили камешки. Их тут много на горе Сампо. Название интересное. Это получается у нас лицо человека. Это птица. Вот. Так, время 14:15, мне надо в 14:30 быть в автобусе. Я бегом. Так, на качелях я уже не успеваю покачаться, но хоть желание успела загадать, то хорошо.